Что заставляет вас делать там украинское командование? Убивать российскую армию. Убить тех людей, которые вот на российскую армию. Которые болеют за нас, да, получается? Да. И что они делают, если вы там на это не соглашаетесь? Они просто убивают нас или нашу землю. Почему ты сбежал? Потому что я никогда не буду убивать людей. Не хочет. Ни русских, ни украинских, никаких людей я убивать никогда не буду. И техника идет вот по этой улице постоянно сюда. Они перемещаются постоянно ближе к... А это что получается? Это же частный сектор. Это частный сектор. Вот мой дом, наши дома вот здесь вот наши разрушены. Все понятно. Ахмат Сила. Фамилия, имя тоже Сила. Матисенко Александр Дмитриевич. Ахмат Сила.